Это впереди наш музей, бывший лагерь. Вот выйдем. Так, вот теперь так. Со всех сторон все. Ни один нет, давай, толкай. А то дядя Вову запрягли. Вот так. О-о-о. Ну я тут не очень так. А ну-ка влево сверните, дайте мне проехать. Влево, 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 влево сверните. Они не знают. Уйди с дороги-то, куда лезешь? Бери за это, толкай. Чтоб ни один не стоял в стороне. Во! Нажимайте вниз, а то просить трудно будет. Видишь? Привыкли, чтобы на них интересы сходились. А то мы на костер идем. Сейчас самый... Сделаем все как надо. Да еще и обратно ехать. О! Вот так. Вон там костер. Вот так. Остановился. Так, хорошо. Ну и положу я его сюда. Во! На фоне музея нашего. Уникальный музей, когда будет открыт полностью по государственным нормам. Они плакать будут. Он рассчитан на 100 тысяч до 5 миллионов. Еще ничего не понимают. С кем связались? С нищетою. Это столько беспризорных в России. Согласно статистике. Ой, они меня давят, я не успеваю. Ой, давай, давай. Ой, сколько веток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10 человек. Ой, как бы они не утрудились. Держатся, кто за что? За одну ветку. Я Тимошу не вижу, где он. Вот он здесь. А, вон он, козырек сзади у него. Смотри, отойди от этой палочки, доткнет, отойди от палки. Не надо с той стороны заходить. Вон там веточки мягонькие. О, о, сегодня у нас 19 июля. Вот пришлось самому ехать. Володя за молоком, ребятишка. Молоко рекой идет. Так, ближе туда, к воротам. Быстро сейчас развязывайте, скидывайте все и назад. Вперед, вперед, ближе, ближе, ближе. Прямо к воротам. О! О, молодцы мои. Стой! Далеко, 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 далеко. Все, сваливайте. Кто ловкий, скорее развязывай, туда лезь. Ну кто? Нет. Ну-ка, остальные наклоняйтесь туда. Смотрите, что он делает. Скорее, смотрите, наклонитесь к инвестору. Перенимайте опыт. А вот он наш лагерь какой. Тут высокий был, по-другому. А сейчас вот так. Итак, тут что у них еще-то посмотреть, стоит, а что тут, лопата, еще себе, вот эту лопату возьмете, ее забыли, видать, ничего себе, у нас совковых лопат нету, а ее бросили, все. Вот, не забудь, Тимоша, положи на телегу, все. Сейчас опрокидывайте в одну сторону. Сюда прокиньте все. Наклоните вот так, наклони к низу. Стой, поднимите кверху, оглобли, поднимите. Поднимай. Вот, а теперь оттуда, не надо поднимать. Теперь за веточки столчите. За ветки. Во, пошел. Вот так, еще. Все, вытаскивайте веревку. Веревка вытащится сама. Разворачивайте. Тимоша, лопату. Положи им лопату туда, на тележку. Все, разворачивайте. А дорога сейчас как выйдете, повезете друг дружку, вам будет интересно. Давай, давай.
Вот рядом пруд Симаковский бывший, теперь называется Костровый. Там дальше в стороне туалет в яме сделанный. Вот никто не знал, тут ходили еще березки. Вот, рядом вот тут это крест. Крест. О! Так, помогайте, вперед. Топ. Вот, о, молодец. Давай. Как только на дорогу выйдете, так сразу по три человека будут садиться. Провезут метров 100. Следующие. Опять лишнее поле. Поле все время лишнее. Как только родилась, уже сказала, я лишняя. Разве можно так? Ты скажи, без меня нигде не обойдутся. В каждой бочке затычка. Кто-то накосил. Якон, Янчук. Какая площадь, еще не жить. Это трава, трава в рост человека, вот она была. Тимоша, зайди-ка, Тимоша, вот сюда, зайди, вот сюда, вот в траву. Какая трава высокая? Ну-ка, зайди. Ну, вот она, понятно, что. Все, 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 иди догоняй своих. Видно, вперед, трава выше тебя. Так это... Иди сюда, сюда, влазь, влазь. Так, стоять. Давайте садиться. Тимошу. Так, давай, Льва. И Тарасу. Тарасий. Ура. Ну и можно еще и этого. Садись прямо. На... Нет. Садись. Нестора, давайте. Ой, вы везете их вон до того столба, вон столб. Первый, который? Да, поняли, нет? Но первого столба. Вот прямо на солнышко, смотри, столб. Да, ну, да. На дорогу, напротив, когда выйдете. Тогда еще сяду четверо. Хорошо. Ну и в конец, чтобы все. Потом дядю Вову посадите. Ура! Обязательно. Да, интересно. О, это у нас прощальный будет. Так, велосипед кто-нибудь возьми. Владимир, возьми в руки велосипед. Велосипед. Туда доведи, когда пересаживаться будут. Ничего не уронили там, посмотри. Нет, ничего нет. А то я тут сзади плетусь. Тремя машинами. Это лагерь. Потихоньку идите, дайте мне хоть насмотреться на вас. Ой, красавицы мои. А это наши витязи сидят. Четыре витязи. А девочки так. Эх, нам бы еще. А там эти шашки. Ну, с моими больными-то ногами. Ну не больные, а так. Запинают. О! Сейчас вот напротив столба мы уже выходим. Так, еще метров 30-50. Хорош, стоять. Потихоньку опустите. Вот так, ну-ка. Вот молодцы, как они прыгают. Они ногами не зацепись. О! Так, девчонки, садитесь. Четыре. Давай. Давай, Поля. Давай, Поля, залезай. Так, вы тут будете мешаться друг другу. Фросю освободить. Иди сзади. Становись сюда. Девочки, Нестор, становись в машину. Так. Еще кто-то рядом. Фрося, сзади. Нет. Ну, давайте. Вылезь оттуда, Лев. Обожди, это, вылезь. Лев, иди сюда, держи, подними. Лев, залазь туда. Вот, а ты сбоку возьмите. Мальчики должны девочек вести. Фрося, да. Отойди, потом вас отдельно повезем. Давай. Давай. Давай, дядя, там помогайте, толкайте. О-о-о. Ну-ка. Вперед, вперед, вперед. Коренные, а ты пристижная. О, усыпились. Дядя Вова тоже. Мы с тобой. Вот так. Тимоша, толкай ладом, чтобы... Смотрите, пониже, чтобы девчонки-то не свалились. Вон туда, до предпоследнего столба. Это вот надпись. Это со всех сторон, где в Потеряевку кто заезжает, они должны это прочитать. Чудесный свой, который дал тебе. О, сколько радости-то.
Это не то, что в каком-то БМВ ехать. О. На выдане везут. Так, девчонки, обожди маленько, стой. Стоять, держитесь. Так, кто-нибудь возьмите сено, подстелите под них, чтоб мягко было. Давайте, давайте, вылезьте. Вы на ноги встаньте, на ноги встаньте. Не, мокрым книзу, чтоб кверху сухим. Давайте. Слезть, наверное, надо? Да, 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 да. Мы должны обиходить сестер. Это наши сестры. Так. Давай, нет. О. А потом, когда едем там, там сено и бросим. Хозяин-то один. Вот видишь, как у нас все интересно. Под мудрым руководством, говорит, партии. О! Ну, вот они теперь сели, нормально. Воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Вот путь не помешал, и ведь не мог пути, согрей его и ободри. Ладом пойте, громче. Деревню разбудить надо. Это пшеница. А может даже ячмень. Похоже, ой, вон так, до деревьев до каких сколько. Земля плодороднейшая. Вода рядом. А если путь не рос, ее с того пути. Все пойте, все, все, все. Вот так. Это баптистские песни. А баптистские, значит, крещеные. У нас все крещеные. По вере крещеные. Такого нет слова. Просто крестите. Воспламеняй с тобой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари. Так, Тимоша, тоже пой. Так, около столба остановитесь. Остановитесь. Стоять. Потихонечку. Так, помогите. На меня опирайтесь. Давай. Ай, подождите, у меня юбка. Опа. Вот так, полю осталось снять. Так, возьми велосипед кто-нибудь. Фрося, залазь. Дядя Вова, садись. Садись, садись. Ноги свешать можешь. Велосипед возьмите. Держишь? Вот, вот так сейчас вы и завезете их туда. В дом. Поехали. Я буду вниз и вперед. Потихоньку. Давайте, толкайте. Прокатимся. Дядя Вова пошел за молоком. Сейчас придет, там уже простокваша готова, и молока наберут. Все покупаем. Воспламеняй с тобой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца. Гори огонь, всегда гори, всегда гори. Воспламеняй с тобой холодные сердца, и новый мир. Так, остановиться. Остановиться. В котором радость без конца, в котором счастье навсегда. Дядя Вова за молоком пошел. Дядя Вова, мы с тобой. Дядя Вова, мы с тобой. Алешин дом. Хозяйство. Так, теперь все сласти, я буду сидеть. Так, теперь мне как-то сесть надо. Держи, не дергайте только. Хорошо. Здрасте, напрягайся. Так, дядя Боба, на, снимай, чтобы я в экране был. Руку туда просунь. Иди вперед. Вы потихоньку, не торопитесь. А я буду петь «Богородица, Дева, радуйся». Обратно, Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила Иси Христа, спаса, избавителя душам нашим. Достойно есть, яко воистину блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим. Без исцеления Бога, Слово, росшую и сущую, Богородицу тебя величаем.
захвати велосипед мой. Так, потихонечку. Сейчас разворачивайте туда. И вон там есть сено последнее. Там сено все выкинем. Давай, направо. 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 Массаж. Ну все, я доволен. Массаж. Остановитесь, пожалуйста. Дайте вылезти. Сено в аренду. Так, сено. Сено все выбросьте туда. Никто не будет знать, что мы брали. Мы его не повредили, да, ничего, не... Все, заезжайте. Дядя Вова, смотри, какое мы устроили. Сейчас будете молиться и готовиться к обеду. Занятие Словом Божьим немного. Не тяжело тебе с велосипедом-то? Вот так готовимся к костру. Кто на костер? Это как новые Яны Гусы. Христову кровь он отстоял для них. Так, все! Свободны. Давайте поблагодарим Бога. Встаньте лицом на восток. Лопату там где-то положи. Вон там, вон где чурки. Вот здесь. Во, положи пока. Поблагодарим. Молитесь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за милость, оказывай нам и в этот день прекрасный. Все да будет во славу Твоего святого вечного имени. Посети, Господи, болящих, парализованного Сергея, Анастасию, Надежду, Ты знаешь всех. Облегчи, Господи, их страдания, приговоренных к смерти, плененных. Утешь их и отверзи им двери рая. Прибуди с нами, благослови приезжающих и отъезжающих. Любовь Твоя да царствует в сердцах наших. Да будут благословены люди, приезжающие сюда. Спаси нас и помилуй от врагов. Не вмени им на свой судный день их безумие. Избави от воров, от пожара, от нечистой силы. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию. Все, готовьтесь, на молитву идите. Если не молились еще. Это, иди с сапогами-то оботри. И сразу за слово Божие бери, Владимир Юрьевич. Давайте. Ноги маленько оботрите. А я полезу к голубям своим. Все, там машет рукой. Оля трудится. Ну еще, хлопчики, заходите. Я маленько зайду. Отвезли, что хотели. На тележке прокатились все. На костер увезли. Молодцы. Вы потом дома будете смотреть ролик этот. Как друг друга везли оттуда они. Это не то, что на какой-то машине там. А тут своим ходом. Вот так. Ну, слава Богу. Вова за молоком, а я голубям. О, Тимоша. Так, закрывайте. Не хлопайте. Вот я вышел сюда и полез к голубям. Вот как у меня утром такой порядок. Я лезу. О, над нами какой крест-то поставили. Вчера прибили. Вчера утром его не было. Сегодня есть. Вот я лезу здесь, творю молитву. Господи, благослови. Я к голубям лезу. Видел, как они сегодня облет делали опять. Эти новые, привезенные, кувыркаются через голову. О. Вот так. Ну что, мои голуби, мир вам? Ох, они хорошенькие. У меня тут лестовочка висит, как залез. Щеточки. А вот они вверху выглядывают. Это явно дело, что она парит. И там два. Вчера положил сено, они сразу заняли. Тут мешок сена. Вот они где. Но гули, гули, гули. Да какие у меня гули чудесные. Ай-яй-яй. Гули, гули, гули. Ну-ка, сейчас мы маленечко
насыпем им вот сюда вот, чтобы они могли взять. А сидят прямо рядом, они не боятся. Вот они. Вот они, гули мои, гули. Вот я им пшеничку тут насыпал из тазика. Тут надо будет посмотреть, воды долить потом. Сначала пусть слетят. О, это вот привезенные из города король. Ну, темновато как бы, будто бы. Вот они тут. Давайте, гули, 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 гули. Это мешки висят закрытые. По два мешка. Ну, небольшие мешки. Гули, 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 гули. Как только один слетит сюда, так остальные полезут. Вот у них такое дело. Гули, 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 гули. Ой, крутится. Воркует. Там, внизу. Вот он, только один слетел. Чернявый. Все, пошли теперь. И тут этот ставят поесть. Все. Завтрак отмечали. А там вверху такуют. Ну тоже слетят. А этот гоняет голубку. То оказалось, голубка приезжая. Он ее уже выбрал себе. Все, гонит. Сейчас ее тут вот, на поверхность выйдет. Взлетела, он смотрит. Ладно, сиди, я пойду обедать. Вот он как крутится, это означает самец. Голубь. А голубка нет, так. Это он показывает, какой он. А этот гонит ее дальше. Такая любовь это у них. Толкушками, толкушками. Вот она, ей надо там сейчас песочек с этим, глиной и соль. А он ей не дает. Так, смотрит. Что же такое? Так, надо манишку свою подправить. Ну и ладно, обойдемся. А тут еще и голуби-то едят, а тут сразу воробьи. Воробьишки хитрые такие. Сейчас я воды буду наливать. Все, слава Богу. А тот дальше давит ее. Вон вверху. Это прям вплотную ко мне подогнал ее. Голубиная любовь. Она как будто внимания не обращает. А вон пижон, пиджин. Голубь. Погнал дальше. А там чернявый ходит с кохолком. Давит и давит, яиц не дает. Вот он как. Это как Шукшин Василий Макарович там полюбил свою Машу, догнал дорогой в темноте. Я слышу, говорит, грохот в сапогах. Догнал ее, схватил и поцеловал. Вот тебе что-то такое сказал. Вот гадство, говорит, теперь нас так просто не возьмешь. Вот один за другим с улицы. Залетают. Все. Слава тебе, Господи. Голубь падеж прекратился. Все теперь. Это занесся какой-то вирус. Ну, еще хватает. У меня не критическая обстановка. А вот эти два вот мохноногие, это коричневые, это как раз привезенные с города. Они остались. Городские ни один не погиб.
Он пестренький, с хохолком. Все, воды наливать буду.